С нового года цена на проезд в маршрутках возросла. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, как они относятся к повышению стоимости. Плохо, конечно. Я никак, потому что проездной покупаю. Отрицательно, конечно. Я не работающий пенсионер, у меня проездной. А вообще отрицательно. Цены должны быть ниже. Зарплаты не растут, а цены на проезд повышаются. Нейтрально. Часто на них не езжу. Как бы вообще не езжу на них. Поэтому мне не касается это. Ну, дорого очень, пенсионеры. Тяжело нам. Ну как? Все повышается. Но пенсии-то у нас повысилось, но уж не так намного. Не очень, конечно. Единственное то, что мы пенсионеры, у нас проездной. Мне 71 год. Ой, я не местная, я в маршрутках не езжу.